Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Армяне Муша раздавали виноград участникам литургии в церкви Сурхач. В Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой в 4,8. Делегация французских парламентариев прибыла в Арцах. Протурецкие боевики в ходе пыток убили жителей Афина. Новые спутниковые снимки Хасан-Кильфа. 250 древних Т-образных камней найдены на холме Карахана. В Германии пройдет показ документального фильма Арменака Орхана Бакыра «Рана на лбу». 8 сентября в церкви Святого Креста на острове Ахтамар в Ване в седьмой раз была проведена литургия. Сотни армян приняли участие в литургии во главе с епископом Саакаком Машаляном, местонаблюдателем Константинопольского патриархата. Среди них был Хайретин Аслан, президент Общественного союза солидарности и туризма армян Тарона и Муша. Он привез с собой сладкий виноград многовекового города Муш. В интервью с Армени Хабер, глава армянской общины, Муш Хайретин Аслан отметил, что виноград Муша был привезен на остров Ахтамар для того, чтобы угостить им присутствующих на литургии. На вопрос, много ли армян из Муша приехали на участие в литургии, Арслан ответил, что около 150 человек. Они приезжают не только из Муша, но и из окрестных провинций. Мы также привозим виноград и раздаем виноград всем присутствующим в память наших дедов, отметил Арслан. Как сообщает Средиземноморский сейсмологический центр, 10 сентября в 20:22. часа на территории Армении зарегистрировано землетрясение. Эпицентр находился в 11 километрах к северу от района Амасия, глубина гипоцентра 3 километра. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила толчков в эпицентре составила 6-7 баллов. Как сообщает Арменпресс, подземные толчки ощущались в Анадзоре, Гюмри и Ереване. Делегация французских парламентариев 10 сентября прибыла в Арцах с трехдневным рабочим визитом. Об этом новости Армении News AM сообщили в пресс-службе Национального собрания Арцаха. Делегацию мемориала «Мы – наши горы» встретил вице-спикер Национального собрания Арцаха Ваграм Балаян. В рамках визита запланированы встречи с представителями законодательных и исполнительных органов власти, а также ознакомительные поездки в учебные, культурные и производственные учреждения. Турецкие военнослужащие и подконтрольные им боевики Сирийской свободной армии продолжают похищение гражданских лиц на территории кантона Африн в северо-западной части провинции Алеппо. По информации агентства ANF News, очередной подобный инцидент произошел в деревне Куде. Там были незаконно задержаны два местных жителя, муж и жена по имени Фуат и Хейфа Бекир. Сведения об их дальнейшей судьбе пока уточняются. Всего с начала сентября турками и их наемниками были захвачены как минимум 37 человек. За прошлые два месяца в общей сложности оккупанты похитили свыше 500 граждан. Как подчеркивают связанные с отрядами народной самообороны источники, Анкара сейчас ужесточает репрессивные действия по отношению к коренному курдскому населению. Согласно данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, мужчина Хамад Ханиф Хусейн, проживающий в деревне Блилко в окрестностях Раджу, к северо-западу Дафрина, был насмерть замучен в результате пыток в тюрьме протурецких наемников. Погибший был арестован 7 сентября так называемыми полицейскими отрядами свободной армии. Инициатива по спасению Хасан-Кейфа поделилась новыми спутниковыми снимками, которые показывают ситуацию в древнем городе. Спутниковые снимки показывают, что плотины Илысу продолжают собирать воду. По словам членов инициативы, многие эндемичные животные с подъемом воды просто исчезнут. Но самая большая проблема – это затопление древнего города и всей долины Тигриса. Согласно отчету, части следующих регионов затопят – провинции Батман, Сиирт, Тигранакерт, Мардин и Ширинак. В общей сложности 199 деревень и район Хасан-Кейф. До 55 тысяч человек в 200 населенных пунктах потеряют свои дома или землю, из которых 15 тысяч человек будут вынуждены мигрировать. Верхняя часть долины Тигра, где находится плотина, чрезвычайно важна для истории и цивилизации. В этом регионе, известном как Верхняя Месопотамия, были сформированы первые поселения в истории человечества. В результате археологических раскопок в Западной Армении в этом году было найдено немало исторических ценностей, которые обогатили и без того богатые страницы нашей истории. Во время раскопок около города Урфа, Западной Армении, в месте Карахан-Блур было обнаружено около 250 Т-образных камней, которые были очень похожи на камни Порт-Асара, старейшего храмового комплекса на Земле. 5 октября в 18:30 в Кёльне состоится показ документального фильма об истории борьбы Арменака Бакирджана Рана на лбу. Арменак Орхан Бакыр. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение песни «Оф Сирин Сирин» Рафи Хакукен. Aşk anın tanur kos
сируй тамар, кашу ме папа, гов сирун сирун. Ашхар мен танур, ко сируй тамар, кашу ме папа, гов сирун сирун. Чилини кеспес, аменайн ерги, хайлуна Русия, гов сирун сирун. Чилини кеспес, аменайн ерги, хайлуна Русия, гов сирун сирун. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром.